тут кто, блядь, ходил? Сейчас, подожди. Ух ты. Лось и блынец, смотри-ка. Если ты не старый. Лосишки ходят, смотри-ка тут. Лосишки. Трусишки. Лосишки ходят. Всем привет! Сейчас мы сидим у избы. Планы на нашу охоту были такие. Первый день пробиваем новую буранку получше, более ровную. А на второй день проверяем капканы. По пути к избе у меня немного позамерзли пальцы, прихватило. Ну, ты грели? Да. Все хорошо? Угу. Сидим, греемся. Поел? Да. Молодец. Будем на связи? Будем. Доброе утро. Спали мы хорошо сегодня ночью. Жарко было? Очень. Папа, хороший кочегар? Да. Вот, сейчас что делаем? Сейчас ездим, проверяем капкан. Пока кроме лисицы никаких следов не видели у капкана. Приманку новую ставим все везде. На каждом, да? Да. По одному вставляем приманку. Че, все, погнали дальше? Погнали. Иди посмотри, кто у нас тут. Да. На приманку пойдет. Иди, доставай. Иду. Не твердо тут, не бойся, что ты. Нету тут болот. Ты уже боишься занырнуть все везде на ровном месте. Ты сможешь достать? Нет. Не сможешь? Да. Примерзла она? Ладно, сейчас давай вытащим. Решили попробовать Ладика на веревке, на лыжах. Как у него получится. Вот по этому болоту, пока болото вроде ровно. Проедем, попробуем. В капканах нифига нет. Но они, правда, и подзапорошены, и приманка подвымерзла. Морозы 45 были, так запаха, наверное, нету. Вот сейчас все подновили. Будем ждать. Ладно, поедем. Да. Погнали? Да. Давай.
чё, как у тебя? Понравилось? Очень. Какие-то непередаваемые ощущения. Ты держишься и едешь. А обычно тогда на лыжах вот так вот надо идти. И достаточно медленно. Тут быстро так. Конечно, я падал несколько раз. Но все равно понравилось. Ну вот, видишь, как круто. Все. На связи? Будем на связи. Дровосек. Зато не холодно, наверное, да? А? Зато не холодно. Ага. Дровишки-то когда рубишь. Так, ладно, давай я сейчас помучаю.